ходил сегодня в очередной поход по чистке берега, леса. Немножко прошелся, прогулялся, думаю, прогуляюсь, пособираю, почищу немножко бережок до лес. И вот что удалось найти. Ходил в основном по старым местам. Места начинают пустеть. И это хороший признак, что значит на поверхности всякой опасной дряни становится все меньше и меньше. То есть я хожу на старые места и метр за метром вычищаю их. Ну и заодно новые места разведал, кое-что набрал. Потому что на старых уже мало. Вот, зашел на новые, когда уже набрал полный рюкзак, пошел домой. Вот такие вот находки. Опять же, всякие гвозди всевозможные. Алюминиевый банок. Гору нашел. Всяких стальных банок. Каких-то баллончиков. Очиститель тормозов. На природе выкидывают вот такие вещи. Силиконовая смазка. Автоэмаль. Всевозможные дряни вот такая подобная. Все это выкидывается. Вот. Что удалось найти. Это ручка от двери. Куча гвоздей, естественно. Какие-то шарниры от мебели. Еще вот найдено были несколько вот таких штук. Не знаю, что это. Какие-то отверстия ими, видимо, выпили. Почему круглые такие, видимо, круглые отверстия на каком-то станке. Гвозди основной элемент находок. Свеча вот такая. Маленькая довольно-таки. Не знаю, чего это может. От китайских этих мотоциклов. Альфа там и прочие, которые были популярны у молодежи. Скорее всего, мне кажется. Найдено было вот много вот таких, просто много, я взял несколько штук. Они все почему-то разорваны, вот эти баллоны, с остальным ободком, алюминиевые баллоны. Очень много, и все были вот разорваны, целая гора. У меня уже места не было, потом приду, заберу. Не знаю, для чего, что хотели делать с ними, почему их разорвали. Возможно... Костер кидали или что, не знаю. Или хотели переплавить что-то. Отлить, возможно. Была вот такая штука найдена, но это не магнитная. Это не знаю, или латунь покрытая, либо нержавейка. Нашел еще небольшую кучу проводов. Вот эти вот. Плетка вот эта вот. Я не знаю, она пойдет, нет. Продают оплетку для сбора олова, когда какие-то большие элементы выпаиваешь. Чтобы выпаять, надо собрать олово. И вот используют оплетку. Ну вот эта оплетка, она уже какая-то луженая. Я не знаю, подойдет, попробую. И если получится, то здорово. Вилка советская. Естественно, штырьки эти, контакты латунные. Вот разъем латунь. Здесь латунь. Еще вот такая вот, я не знаю, что это такое, там внутри может быть медь, но она легкая довольно-таки, что это было. Возможно, здесь медь, а здесь сердечник какой-то ходил, или какая-то электромагнитная индукция, может быть, нет, не знаю. Конденсатор вот такой вот, 6 микрофарад, 450 вольт, это конденсатор К78. Это конденсатор в такие вроде в стиральных машинах и прочих бытовых приборах применяется. Это пусковой конденсатор. Что характерно, у него 4 вывода. А нет, ошибаюсь, это, наверное, 2 вывода. Просто соединены они так. И вот такая вот кнопка. Здоровская кнопка. Показатели у нее 10 ампер 440 вольт и 10 ампер сколько там 660, непонятно, то есть отдельно эти выводы так, тут эти так, не знаю, но внутри там скорее всего есть серебро, но кнопка залипает, она правда, не знаю, посмотреть ее надо, либо разобрать
на драгметаллы, либо оставить. Кнопка-то хорошая, но залипание есть у нее. Через раз бывает.